я давно хотел эту машину продать, очень давно. Вот перед вами Xiaomi Посмотрите, какая панорама. Офигеть, огромная просто. Обалденно. Дверь на доводчиках. Так вот закрывается. Руль. Очень хорошо выполнен, такой выдержанный, прям спортивный руль. Прям за него держишься, и приятно ощущать. Здесь две кнопки. Кнопка, смотрите, ей можно активировать режим, где вы в течение 20 секунд получаете максимальный, получается, разгон. И здесь вы имеете 20 секунд самой максимальной мощности. То есть за эти 20 секунд выезжает спойлер задней части. Вот. Там, наверное, не видно вам будет. Соответственно, этот спойлер выезжает, и машина имеет максимальный крутящий момент за эти 20 секунд. Вот. Вот так вот выполнен салон. Здесь кнопки пневмоподвески, открытие багажника, климат, температура, старт-стоп. Вот. Есть CarPlay у машины, есть проекция отличная. Как сказал, руль. Уже акустику послушали, акустика прекрасная здесь. Вот. Посмотрите, сиденье как выполнено хорошо. Очень, знаете, сиденья прям вот с боковыми поддержками очень такие приятные. Есть, естественно, память сиденья, регулировка по спинке. То есть тут можно спинку регулировать, вот этот момент, да, где-то под поясницу. Потом назад-вперед, естественно, вверх-вниз, все это здесь есть. Вот, атаманки, к сожалению, здесь нет. Как у водителя, так и у пассажира атаманки нет. Сейчас тогда покажем вот панораму. Панорама здесь обалденная, огромная. Здесь у нас получается аварийка, кнопка SOS. Ну, естественно, здесь меню. Сразу же в меню есть CarPlay, то есть это очень удобно. Можно подсоединить телефону, сразу же просматривать все эти вещи через телефон. Очень удобно. Здесь вот очень качественно выполнено, да, под дерево вот эта вот штука. Ну и кнопки такие, дизайн очень интересный у этой машины. Он вроде бы и минималистичный, но в то же время очень вот качественная отделка салона. Ничего, прям вот намертво все сидит, не скрипит. Да, очень хорошо собрано. Прям очень классно. Сейчас назад переместимся. Так, вот сели на задний ряд. Сзади тоже у нас доводчики. Места очень достаточно. Вот я 1,84 м. Здесь, ну, чуть-чуть, конечно, тесновато. Сзади, так же, как вот история в Zikr 007, да, очень высокие люди сзади могут биться головой. Здесь у нас кнопка не сенсорная. Такая ручка. Говорю, ранее панорама. Здесь сзади две зарядки, быстрый Type-C. Вот. Еще есть версии с холодильником, у нас без холодильника. Здесь тоже вот сиденья такие, прям очень хорошие ковши здесь. Поэтому сзади место, я бы сказал, чуть-чуть больше, наверное, как, чем Zikr 007, так как они конкурируют, да, эти две модели. Такой качественный подлокотник. Вот. Достаточно удобный, не короткий, не длинный. Вот, ну, черный салон приятный. Ну и вот так выглядит она сбоку, со стороны. Очень такая обтекаемая моделька. Зеркала, смотрите, какие они минималистичные, но в то же время в них все видно. Вот здесь вид спереди. Кстати, открыть капот здесь, даже не ищите, вон там ничего внизу, просто вот на экране кнопка. Кстати, багажник здесь достаточно вместительный, это совершенно другая история, нежели в других электричках. Сюда много чего может поместиться, даже может маленький чемоданчик. Сейчас мы решили немного проехаться и как раз таки попробовать вот этот самый режим.
начал снимать, но... Да. Так, сейчас мы, короче... Блин, тут дети шарухаются, вот, мне не нравится. Конечно, не нравится. По рулю. Прикольно, рулится он. Пристегнемся, чтобы она не ныла. Что, готов? Готов? Подожди, подожди. Да, поехали. Ё-моё! У меня мозги оживили. Ты че, у меня аж мозги вжу, короче, ушли куда-то за. Капец. Капец, она вот именно. Она рвет. Да. Рвет она просто. Дерзко. Педаль газа сейчас. Дерзко, дерзко. Ладно, этого достаточно, думаю. Ну поняли, что это за зверь. Кстати, регулировка пневмоподвески прикольная. Вот. Жмем вниз. Можно по фарам обратить внимание, как мышка. Для любителей скорости хотел обратить внимание на тормозную систему. Здесь используются два блока Bosch для управления электронной системой торможения. И при тестировании на 22 раз при ускорении от 0 до 100 колодки просто воспламенились, поэтому имейте в виду. Так, вот как раз забрали машину с мойки. Сейчас будем ехать тестировать. Вот, смотрите, нажимаем кнопку. Все, мы в форсаже. Нажимаем 3, 2, 1. Ты почувствовала это? Меня тупо припечатало с затылком. У меня просто какая-то нагрузка была, только что, я не знаю, я лечу. Так, дальше едем. 3, 2, 1. Ну это уже на простаку, ты уже не удивишь, да? Поэтому этот режим 20 секунд, он реально пушка. Без него даже не тестите машины, это вообще небо и земля. Это был краткий обзор Xiaomi SU7. Если вы любите скорость, драйв и хотите, чтобы машина дарила вам эмоции, то эта машина однозначно для вас. Поэтому заказывайте, мы можем привезти такую машину. Она действительно стоит того.